трубку, ему объяснишь. Да, Сань, извини. Слушаю, да. Ну, надо встречаться, они готовы. Третий светофор налево. Там прямой выход на Иваново. А потом направо. Это не тот Иванов. А, и дальше? Сейчас, секундочку. Куда? Алло. Да, Андрей. Это там, где 7-й континент, что ли? А? Вы где? Сейчас. Хорошо. Он вас просит. Все в силе, 80,5%. А сколько вы считаете? Олег Геннадьевич, ну возьмите трубку, а? Сейчас, Сань, я перезвоню. Балбес! Окей, Андрей, загоняйте. Реквизиты те же, конвертнем ЦБ плюс один. Завтра заберешься с Поленки. Все, давай, есть. Здорово. Все, давай, есть. Здорово, здорово. Сам ждался уж тебя. И вроде час обещался. Так пробки ж в Москве. Да еще водителя взял нового. Ни хрена дорог не знаю. Все, давай, ты сдавай. Мне уже бежать надо. Что-то вы в этом месте подзадержались, лопаты-то. Ну так кризис, Петрович, с наличностью туговато. Я вообще боюсь, что эта лавочка скоро прикроется. Кризис, он, Олежек, у всех. А задержка только у вас. Мы ж вы залетели. Слушай, Петрович, у меня тут приятель обозначился. Богатый такой предприниматель. Гимор, короче, у него с налоговой. Те официально пока не возбудились, ну, в общем, лям объявили евро. Сколько? Он олигарх, что ли? Да не. Такой тихоня. Не, ну дом в Лондоне, яхта, все дела. Миллиончик, короче. Наш человек. Ну, отдал бы мне этот лимон, чтобы отстали. За дело спросит-то. Пойди, наковыряли тебе налоговые-то. Да жалко денег таких. А, вот в том все и дело, Олежек, что жалко. Пока жареный петух в жопу не клюнет, все им жалко. А как сроком пахнет, так уже ничего и не жалко. Вот без трусов и остаются, потому что вначале жалко было. Что ты маячишь зад вперед, как по камере? Да он хороший парень, что ты взъелся? Для хороших парней ты наши тарифы знаешь. Сотка. Возбуждаемся, отрабатываем налоговиков, реализовываем. Все в рамках правового поля. Свое сверху накинешь, и не порзи там сильно. Вас пол, товарищ полковник. Будет сделано, товарищ полковник. Решите идти, товарищ полковник. Сегодня все. Давай. Ой. Мне понадобится 3-4 дня, чтобы саккумулировать сумму в таком объеме. Надеюсь, время у вас терпит. Времени немного, максимум неделя. Иначе мы будем вынуждены по результатам нашей налоговой проверки возбудить уголовное дело, передать все это дальше. Вот тогда, это, кстати, к вопросу о сумме. Так, такими цифрами уже не отделаетесь. Нужно будет на 3 умножать. Или в Чеченскую область, на перековку. Так что, как говорил известный классик, торг здесь неуместен. Ну что ж, нет так нет. Куда доставить кэш? К нам в офис. Позвоните, когда будете готовы. Да, и еще, Григорий Александрович, хотел бы вас предупредить. По поводу всяких непредвиденных инсинуаций, знаете. Поверьте, это совсем не в ваших интересах. Ну что вы, лишние проблемы мне не нужны. А вот все так сначала говорят. Тогда до встречи. И будем ждать звонка. С нетерпением. До свидания. Жирный гость. Под интеллигентный гость. Не писал нас, не? Да нет, датчик запищал. Продуманный он какой-то, тебе не показалось? Все нормально. Принесет, как чайка в клюве. Чем этот лимон? Руки его видел? Мне еще бабка в детстве говорила. У кого руки волосатые, то у бабки никогда не кончаются. Бабки, детки, ты б с ним повежливее, Коля. Не просто. Ну чего, как у нас дела? Работает, товарищ полковник. Осталось 7,5 сотен. Василий Петрович, а может не надо весь миллион? Может, 400 хватит, а? К серте, все к серте. Нужен весь лимон, как есть. Да, потом к Зое зайди. Грудь побрей.
микрофон не отвалился. Провокация! Подстава! Что, хренее? Слово лишнего не сказал! Да любой член нас оправдает! Ничего не понял, Петрович, я только зашел, а тут как началось это? У них датчик стоял, запись контролировали. Поэтому он тебе и понял всякую ахинею. Что за деньги, да за кого вы меня принимаете. Петрович, может, не стоило тогда брать, если нет доказательств? Ты успокойся, Григорий, не бзди. Надо, не надо, дело сделано. Дальше мои проблемы. Если что, с вами в управление? А тебе-то зачем? Вон, забирай Олега и езжайте. И деньги можешь отвезти, они больше не понадобятся. Все. Спасибо, Петрович. До связи, Петрович. Давай, есть. Давай вечером. 8. Я со своими закончу, а эти прокурорские к голове не подъедут. Ну и ты успеешь. Все, давай, едь. Алло. Любезный, около Макдональдса остановил. Сейчас, секундочку. А ты куда, Гриш? Я терплю от самой налоговой. Алло. Алло, Юль, вы здесь еще? Ну так вы ему объясните, что не я должен за ним бегать, а он за мной. Ну это же ему нужно. Дать ему... Как зовут? Молодые люди, как лучше проехать на Новый Арбат? А ты откуда? Я из Таллина. А ты со всеми на ты? Далеко-ли до Таллина. Значит, смотри, до Арбата здесь ровно 3 минуты. Вот там, вот за мостом Смоленка, и потом налево. Телефончик оставишь? Ой, спасибо. Не за что. Ну что с телефоном? Я записываю. Запиши 1-926. 926. 18. Ага. 14. 14. Вечером звоните. Сейчас у меня батарейка села. А я Олег. И батарейка у меня, будь здоров. Ни разу не подводила. Ну тогда до вечера. Энерджайзер. Настоящий артист, подпиши мои цифры. Сто тысяч, даже миллион здесь будет. А 2 миллиона, я бежу, а? Нет, я пошутил. Останови, я здесь выйду, а. Как и? Нам сейчас не до шуток. Ты что, миди гамувал, бардачок и пакет я. Факты он там выцелил, ты что, гайге? Каха. Каха, вы что, скинуться надо сумку. Чего я сам не знаю. А что мне делать? Сейчас вы что, нуцев, хмас, раз от сгауна бегакет, э. Давай кабучи. Да вы лохи! Олег, ну я понимаю, но ты-то куда смотрел? А, ну да. Сиськи же. Как я забыть-то мог? Позвонил телочке? И позвони, позвони. Офигенную снял. За лимон евро. Может, в принципе, себе позволить, да? У богатых свои привычки. Народ тут в Монако, в Куршавеле там разный. А тут вон, вышел на Киевский у Макдональдса, и все дела. Дороговато, правда. Шейх выискался. Петрович, ну хорош, ну что ты... Петрович, Петрович, я 49 лет, как Петрович. Ты просрал ляп, вот и думай теперь. Колыванов. А, здорово, Николаевич. Да знаю я. Вот сидят напротив меня гагусики. Да, звонил Зуеву вашему. Вот пусть там будоражит своих. Я говорю, к завтрашнему числу не найдут, всех начнем кошмарить. Все, давай, есть.
А где у нас Зуев? Да отзвонятся они, да им деться. Хотя с таким баблом. Да ты чего, сейчас тут такое начнется. Мы уже обзвонились из УБЭП. Давай-ка, воровай их своих, убирай с территории. Пусть затихарятся на время. Чтобы без моей отмашки и духу вашего здесь не было. Ну, а счастливчиков двух этих, как их там, кстати? Кахай Важа. Ищи мне хоть из-под земли. Иначе все всему бизнесу хана. Да, Зай, ты подъехала? А, вижу, выхожу. Моя подъехала. Все. Пошел я работать. Это у тебя времени вагон, а мне еще преступников ловить. Давай. Звони, не прощаемся. Вечером жду. С бабками. Бабками, так с бабками. Не знаю, как у тебя, а у меня сегодня самый счастливый день в жизни. Давай выпьем за нас, бродяг, которые жили, живут и будут жить правильно. За это Бог нам подарил миллион евро. Чуэн габи марджоскучу, там иге чуэн. Долю хочет, наверное, а? Наглый какой, а? Дай я ему отвечу, дай. Да, брат, говори. Каха. Здорово, вы где? Это Важа, Гога. Как дела? Важа, вы где пропали? Чё трубку не берете? Мы пока сейчас заехали. Телефон в машине остался. А что случилось, бичо? Что ты без настроения, а? Важа, хорош балдеть. Послушай меня внимательно. Лимон этот надо вернуть по-любому. А кто это говорит? Каха, ты что ли? Зря вы там веселитесь. Тут все на нервы. Я наших с работы снял. Пока все не утихнет. Бабки эти ментовские. Они их на взятку везли. А вы их хлопнули. Молодцы, конечно. Но хипиш поднялся конкретный. Если возврата не будет, менты нам такое устроят. Короче, Важа, я сейчас у вас на хате. Везите лаве, тут определимся. Гога, что ты говоришь? Ничего не слышу. Важа, я говорю, не собака воет. Сейчас слышишь? Бери, говорю, бабки. Каху и сюда давай, мухой. Ты что, шеахваро? Улица Амоихев, так ли бит хаус гагуазрубы? А ты сейчас послушай меня. Короче, бичо, чё ну-ка вообще не? Позуры, крыши, миши больше не нужны. И мы вообще новую жизнь начинаем. Ты слышишь меня, да? Слышишь меня? Да. А ты... Каха, у нас с тобой куча бабла, 10 грамм, а мы тут гасимся, как мишь. Ну, поехали, Усохло. Кто будет там нас искать, а? Этот фантомас лысый, что ли? Ты чё, урцам щегау ясны, пхвелапер. Ну, бабки надо тусануть куда-то, а? Если у меня мысль одна правильная, наливай. Напал, значит, да? Ух, Вова.
А ничего ты мне тут не сделаешь. Шах. Товарищ капитан, хачи тут какие-то подозрительные крутятся. И что у них такого подозрительного? Отошел. И пакет вон какой-то. Может, дурь? Или еще что? Электронный старт. Ты что, как барашки били, а? Что ты постоянно со мной споришь? Айца, смотри. Дежурный линейного отдела Рижский, капитан Хлопко. Что здесь происходит? Чего? Что за пакет, ваш? Какой пакет, а? Что в пакете? Документы давайте. Ничего такого, да. Подарок от матери. Пакеты открой, Вова, досмотри его. Подарок от матери. Дай сюда. Чё, вцепился? Дай сюда, блин. Московская милиция приедет тебе рвать. На куски рвать, как последнего гада. Ой, ой, все. Ты что, украл, да? Давай, мент, по-хорошему. Возьми оттуда пару хрустов и расход. А то пойдешь завтра такси устроиваться. Я тебе говорю. Ты, сука, гастарбайтерская, ты меня пугать еще будешь. Вов, что вы встали? В клетку, их я ж сказал. Алло. Гога. Да. Гога, проснись. Каху с вашей приняли, слышишь? Откуда знаешь? Каха звонил только что. Они на Рижском в отделении. Бараны. А бабло где? А я знаю. Там, наверное, у ментов. Он сказал, что с ночи там сидят. А чё мне не звонят? Балбесы. Ну они... Не знаю. Надо же что-то делать, Гош. Надо, может, Зою позвонить. Рот закрой. Советы еще мне будешь давать. Совсем расчувствовались. Гош, ну что ты злишься? Я-то здесь при чем? Я же... Есть у них идеи? Вот что они там забыли? Свалить хотели на поезде. Новую жизнь. Только ветка-то для них одна, кольцевая. Где сел, там и вышел. Разберемся. Бабки были бы на месте. Эти двое, я за ними ночью всю Москву объездил. И здесь, смотрю, отметили. Что, что-нибудь серьезное? Ничего серьезного, хулиганка обычно. Устроили пьяный дебош возле камер хранения вчера. Вась сказал, прощукается. Пинков, ну давай, ты гнать в шею. Хочешь, забирай. Эй, Вася, какой Вася? Вася сменщик мой. Хлопку, Вася, капитан. Гога, что вы его слушаете? Что? Он утром пришел, он откуда знает? Молчи. Он где это рыжий петух, а? Молчи. Гога, надо быстрее, бабки у нее. Ночью что-нибудь оформляли? Досмотр был, изъятие, выемка. Нет, по смене ничего не передавали. Вот у меня журнал. Можно посмотреть, пожалуйста. Сейчас, вчера. Погоди, как ты говоришь, звать-то его, сменщика твоего?
Лобко Василий Степанович. Прошу уволить меня из органов по собственному желанию ввиду резко изменившихся жизненных обстоятельств. Твою мать! Мирок, давай быстрее, потом дохомячишь. Жезл, жезл! Ты знаешь, сколько на приборе? Ты куда несешься? Знак видела? Ты это? Как? Чё как? Я ж думал, все. Чё все? Ты из батальона смертников, что ли? Не понял. Война давно закончилась. Ты чё под колеса-то? Я вроде не на танке. Да что за день сегодня? В рот компот. Одни ментыны. Вы хоть совесть-то имеете? Ты знаешь вообще никакой? Да ладно причитать. Стоишь тут на золотой жиле. Кренделя вон какие исполняешь. Тебе в цирк надо или в кино каскадером. Слышно? У меня тут свой цирк. Таких вот рыжих вроде тебя с сивкой буркой за день человек 20 проедет и весь доход на. Ладно, что с тобой говорить. Езжай на. Ты же с другой планеты. Попутный хрен тебе в затылок. А то я смотрю, совсем ты себя не бережешь. Ничего себе! Зажирели там все в Москве свои долбаны. Новую жизнь начали, да, Ваша? Мага, два раунда, на них доработаешь, потом отвяжешь. Мой разум бьёт, сука. А что, Аркаша, это твой, созрел? Я же говорю, это оборот больше 500 миллионов. Крепко за ним вцепились. Да хоть ярд. Насколько он готов? Цифру он знал? 450 баксов. Ничего, и годится. Кто там инициатор? Какого дела известно? Слушай, Петрович, я все хотел спросить. У тебя звезды, правда, золотые, что ли? Рандулевые. А. Пусть адрес назовет, куда его дергают. ГСУ, УСКП, Генка. Фамилию следователя знает же? Козлов вроде. Но точно не Геннадий, иначе я бы запомнил. У меня ж папу Гена звали. Ген крокодил, по улице ходил. Че? Генка, в смысле генпрокуратура. Выясняй фамилию, телефон, будем заниматься. Угу. Да, желаю тебя спокойно. Проживаю. Так, девушки, быстренько-быстренько встали, построились здесь в ряд и развернулись к нам спиной. Так, разговорчики. Разговор, знаешь, где будешь? Все встали, никто не сидит. Сели, встали, надоело уже. А ты что хотел? Юрец, а я что-то не пойму. А ты вообще картинку ты видел? Что вот это вообще? Смирнова, приспусти кружева. Ну что, опять что ли? Давай, давай. Пожалуйста. Воровка кофелинщица. Смирнова Анна Сергеевна, 1980 года рождения. Две судимости. Ну, там же четко указано, на пояснице. А это что? Повернись. Так, смех! Прекратили! Маш! Ну-ка, повернись. Очки сними. Стоп, она же была уже вчера.
Да он задолбал уже. Третий раз меня сюда приводит. И очки эти гребаные заставляют одевать. Не, ну, Петр Ильич, я не знаю. Все подходит, что еще надо? Все, что есть в наличии. Юр, может, тебе этот куст марихуаны на лбу наколоть? Ну, глянешь в зеркало, есть с чем сравнивать. Ты откуда их приволок вообще? Как? Спецконтингент. Аферистки-мошенницы, воровки-проститутки. Все, что в базе. Чем мне их с улицы грести всех подряд? Нет, ну в рамках правового поля, естественно. Правильно, девушки, я говорю? Да! Все могут одеваться. Такой шанс был, Ян. Ну да. С лямом-то евро. Всяко повеселее было. А сейчас что? Где этого Хлопко искать, козла рыжего? Кого? Как ты сказал? Хлопко? Хлопко. Не до этого фамилия. В натуре смешно. Копытич каждый день как проклятый. Только куш пришел, так нет. Какой-то мент вокзальный. Хлоп, нету куша. Подожди, так он рыжий? А сколько ему лет? Лет 30 с гаком, я думаю. А ты что заерзала? Знакомый твой, что ли? Да нет, какой знакомый. Я просто подумала, может, его еще можно найти? Ищем вон. Зуев телефон расплавит. Харьков, походу, все концы. В Харькове? Ха. Надо искать, Гош. Поехал я. Вечером наберу. Алло, Галю, привіт, Китюню. Янка, Янка, голубонька, ну ти хоч би подзвонила, москалька. Так, ну ти говориш, весь мій. А ти що, номер змінила чи що? Ну, я два дні в Москві була, ми побачились, почесно. Слухай, у мене до тебе справа є. Пам'ятаєш, зі мною хлопець ходив, Коля. Коля Хлопко, рудий, так і високий. Погодь, бандит? Ага. Ото, ото... Хлопок? Так, так. Ну-ну, пам'ятаю, ну. Та ти не знаєш, де він зараз, що він? У Харкові. Я його вчора на ринку бачила. Ага. А що? А здається, брат у нього? У Москві. Тоді мантярою був. Може, і був. Я йому що, рідня чи що? Слухай, а що ти там задумала? Може, ти повернутися додому хочеш? Що, у тебе там з ним, а? Та ні. Ні, нічого. То добре. Бувай, Галюня. Подзвоню, ага. Пока-пока. Алло, Сёма. Да, кисунь. Встретиться надо. Ну ты же знаешь, с тобой в любое время суток. Я серьезно, есть новости по Лимону. Сейчас подъеду, ты где? Я в Ласточке. А хотя давай сразу к нам, зависнем большое на часок. У нас сегодня народ, там вообще никого. Годится. Кислый. Сверни здесь на Бульварное. На Арбат по-быстренькому заскочим, тема есть. Сим, какой Арбат? Все стоит. Нас ежик ждет, и так опасно нам. Подождет, не умрет, говорю, ж дело есть. Владимирский централ. Ветер северный. Этапом из Твери. Планинейно. Лежит на сердце. Падай. Тяжкий груз. Владимирский централ. Ветер северный. Хотя я банковал. Жизнь разменена. Но не очко обычно губит. А что? А к 11 туз. Саш, ну все. Саш, Саш, ну не сейчас. Саш, ну ты обалдел, что ли? Ну а как далее? Когда? Мне все это достало уже. Хочешь, я прямо сейчас ему все расскажу. Пошли. Я сама ему все расскажу. Не сейчас. Вот адрес его брата в Харькове. Это из личного дела. Степан Степанович Хлопко. 1965 года рождения. Разведен. Вот, пиши. Харьков. Урицкого, 64. Квартира 47. Понял. Понял. А если... Слушай, это... Вова, не надо, давай без если. У меня и так башка кругом. Сереж, ну уже хватит. Наша же. Что, я все. Опять одна пить? Давай.
Да точно тебе говорю. К Хлопку он рванул. Кальку в Харьков. Таких совпадений не бывает. Гога как только сказал, что мент этот рыжий, я сразу Хлопка своего вспомнила. Братья они стопудово. А что ты уверена так? Там куча вариантов может быть. Да я сердцем чую. Съезди, проветришься заодно на родных просторах. Хлопка в Харькове найти не проблема. А представь себе лям. А, Сём? Я бы пытать бросила. Дом купили бы у моря. Где-нибудь в Испании. Рестик открыли. Ой, ну хорош, Ян. Дом, ресторан, хозяйство. Там дети сопливые пойдут, да? Турбо, короче. Я волю люблю, ясно тебе? Хапнул и отвалил. Адреналин. А на жопе сидеть не мое. Кайфа нет. И вообще, заговоренные, если хочешь знать. Ой, да ладно? Чесать мне тут заговоренный он. Это кто это тебя заговорил-то? Ты что, не веришь? Да на, смотри. Дурак ты. Жизнь не видела, одни понты. Мороженый на всю голову. Чё? Ты чё базаришь, а? Ты вообще знаешь, кто я? Я правильно живу. Меня люди знают, порядочные. А кто для тебя авторитет? Гога твой формазон вшивый. Мусорами обложился. Да из него бандит, как из говна пуля. Время закончилось. Продляться будешь? Буду. Ваши документы. На спидометрах хоть иногда смотришь, но несешься на... Здравия желаю, лейтенант. Чего, не спится? Извини, тороплюсь. Какая комиссия? С какой коррупцией? Совсем охренели, на. Давай водительское. А что ты так разговариваешь? Тебе что, проблемы нужны? Ты вообще знаешь, чем мы занимаемся? Да мне похрену, чем ты там занимаешься. Водительское сейчас изыму. А дальше в суде объяснять будешь, чем ты занимаешься. Я сейчас генералу позвоню. Из постели его с тепленькой вытащу. Ты представляешь, что в вашей дыре начнется? Ты что, командир? Да звони хоть маршалу, на. Сейчас наряд вызову? Вообще на 15 суток уедете, на. Водительская, давай, говорю, по-хорошему. Сука, вымогатель. На, держи. Аккуратнее на поворот. Коррупция. Козлы. Ёж твой гандон. Всего втюхал, даже в провинции не канает. Сало, ну ты зашкерился. Еле отыскали эту деревню. Да ты чё, Сём, этот ресторан все знают. Да кто все-то? Нет, чё, я должен был с этим Майданом в Харьков тащиться, что ли? Ладно, добряк. Сань, а ты за Хлопка что-нибудь слышал? Ну, Коля, Хлопок, где-то тут у вас в Харькове. Раньше мурчал, потом ему брюхо вроде прострелили, чудом выжил, а? Слышал что-нибудь, нет? Хлопок, Коля, Хлопок. Ты. Да. А, точно, был такой персонаж. В пехоте у Шкала. Здоровый такой битюк. Рыжий. Но тупой, правда, как валенок, караул. Уже на гранате подорвался. Че, не знал? Они что там... По буху дурили, ну, по баловству, случайно, в общем. В итоге 10 метров кишок ему отчикали. Ох, мы ржали тогда. Шкалыч тогда жив был. Ты Шкала-то помнишь? Да ты что, Сала, я его ж по Одессе знал. Ну, что дальше?
А Хлопок потом что-то там по топливу замутил. Заправки, бензовозы. Слышь, как сейчас помню, 80-й в цистерне. Прям веслом с присадкой буторишь на выходе 93-й. А вы чего его ищете-то? Да братик его в Москве сильно накосорезил. Девчонки, а что, скучаем? А мы не скучаем. Уйдите, красавица! Что за хрень? Кто это? А честно! Усни буду это тут у нас! Сосаты! Местные кресты набухались. Попуржить потянуло. Слышь, чертила, ты что, по разборам перепутал, а? Вон, смотри, тёлок сколько, иди познакомься. Я сказал, что сосаты тут будут сейчас! Усина! Убивайте, хорош! Чудные люди! Как ты, дорогой? Нормально, Саня! Саня! Иди, брат! Что-то ты схуднул, куришь много! Схуднешь тут, работы нет, кризис, брат! Лох-то нынче поиздержался. Карета подана. Узнаю танцора. Хороший понт дороже, чем работа. Всегда таким был, а? Ну что, как там ваша Москва? Поехали в Националь, давай. Вот такой расклад, Яночка. Так что пока сильно не светись. Хотя ты же в парике была? Да, конечно. Че, я дура, что ли? Я вообще только здесь, Сереж. Ты же меня знаешь. Гога попросил там подменить у них разок кого-то. Вот я и согласилась. Везучий ты. Раз и сразу ремонт. Несколько дней эти два стола пообнюхали. Ладно, сейчас еще уже. Ищем, ищем. Все концы Хлопкова ты установил. Братья, родственнички, никуда ему не деться. А ты хороша сегодня. Ирка у себя? Не, она только завтра появится. Может, что передать? Не, не надо, сам позвоню. Месяц закончился, подбиться надо. Наши были сегодня? Не видела. Спросить? Тапки дай, в душ пойду. Ну что, Гоша, давай, я поскакал, у меня еще дела. Пацаны, давай, полюбасы, вечером увидимся. Давай. Слышь, Гош, можете на пару секунд? Это, Гош, надо вести пока и за тачку рассчитаться. Ты че, танцор, как ездишь себе? Гош, ты с Москвы или с Когалыма? Хлопко, Степан Степаныч, 36447. Степан, какой еще Степан? 36447. Это ты, брат, Котовкова придумал.
загранпаспортом-то. Текать тебе отсюда нужно с таким баблом. Ну, а там, глядишь, и я подтянусь. Ну, в общем, что, бери фотографию, паспорт, она мне. За границу собрались, Степан Степанович. А я говорю, по путевке в Европу отдохнуть имею право. Ну, мне же, говорю, как-то побыстрее нельзя как-то. Мне же еще этот... Шенген. О, давай. Все, как ты сказал. Паспорт евро твой эту, ну, бумажку, а? Через неделю приходите, будет готово. О как. Вот выкрасим патлами твои рыжие. И одна... И одна курва нас не отличит. Давай, братан. Давай за нас. Правильно сделал, что приехал. Слушаю. Ну что там у нас? Родственников его отрабатываем. Сам из Харькова. Запрос послали. По московским адресам проверка результатов не дала. Ищем, Василий Петрович. Буду информировать по мере поступления. Ты мне смс-очку скинь с координатами этого милиционера. Ага. А эти где? Кто? Барсеточники, которых он обул. Работаем, работаем, работаем. Ну, понял тебя. Ладно, звони, держи в курсе. Все, давай есть. Фиг. Сосуетился Зуев-то. Чует кошка, чью мясо съела. Саш, привет! Здравия желаю. Как там у нас? Гагаринский 7, строение 1. Ага. Яна. Ага. От Александра. Понял. Слушаю вас. Мы к Яне по записи от Александра. Минутку. Сейчас из арки налево. И вон последний подъезд. Какой этаж? Пятый. Ты что, Сало? А? Тут всего 4. А, третий, точно, третий. Ой, не-не-не, это не ко мне, это к Ольге, наверное. Скажи им, пусть поднимаются, сейчас я ее предупрежу. Вас двое к Яне? Ну, конечно. Я не я, и хата не моя, да? Ты хлопок. Хлопков, в смысле? Ну, хлопку. Николай! Ну и чего? Ну, а что ты нам тут дуру-то нарезаешь? Хлопок. Все в елочку. Да давай, давай, вспоминай. Хлопок. Мы ж тебя сейчас пытать начнем. Да нет у меня никакого брата в Москве. Хоть убейте прямо здесь, в хате. Все. Все чисто. Везде посмотрел. Ничего нет. Точно везде? Балкон. Тихо. Слушай, ну давай, смотри там по ситуации сама. Все, я теперь уже надолго. Давай тебе удачи. Пока. Здравствуйте. Меня Яна зовут. Давайте знакомиться. Какие импозантные мужчины. Слушай, а у вас тут сколько Ян вообще в этом курятнике? Нам нужна Яна с татухой в виде конопли на жопе. Где она? У нас нет другой Яны. Что это за хам с вами? Пусть он уйдет. Он здесь явно лишний. Слышь, ты! Я тут сейчас цену на уши поставлю. А ну, зови свою хозяйку, быстро! Петрович, ну скажи ты.
Дави, дави. Он может. У нас тут пол Харькова в Москве путанин. Кожа на третья Яна. Как вам помочь, пацаны, я даже не знаю. Ты это, Коля, ты из меня барана это не делай. Яна твоя бывшая, которая уж года три как на Москве, говорит, что братик у тебя на Рижском в милиции капитаном. А? Лимон евро хапнул? И к тебе на родину. Где лям, говори, сука! Сало, дай им ствол. Пусть шмальнут мне в голову. Может быть, ему легче станет. Слышь, мил человек, я не знаю, за какую Яну ты меня сейчас толкуешь. У меня таких хорьков по 5 штук каждый день было. Как их всех упомнишь-то? А за брата я тебе все сказал. Нет у меня братьев, отродясь одни сестры. И больше мне сказать, пацаны, вам нечего. Сем, может, в натуре не он? Складно, как чешет. Сука, что ж ты трубку-то не берешь, а? Он не он. Башку сейчас отстрелю, чтобы не базарил. Ишь ты, бык племенной выискался. А я вот своих всех помню. Набалованы вы тут, я смотрю, женским вниманием. Ладно, поехали. Что тут формозолить? Ну смотри, хлопок, если насвистел, в другой раз Кощухи не будет. Бил, отстегните его, валим отсюда. Ну, раз уж так уж. Оля видела удостоверение. Колыванов Василий Петрович. Полковник, начальник АБЭПа. Другой не представился. Наглый такой. Яна сильно интересуется. Все здесь перевернули. Выйди к ним. Пообщайся. Яну сливай. Пусть ищут, а то не уйдут. Про крышу ни слова. Ляпнем умный твой вопрос. Позже решим. Как уйдут, позвони. Поняла? Все, давай есть. Значит так, девочки, либо мы сейчас все здесь оформляем, вывозим, реализовываем со всеми вытекающими, либо вы нам сейчас рассказываете всю подноготную о своей подружке Яне с татуировкой в виде листа конопли на пояснице. И работаете себе дальше, как ни в чем не бывало. Время пошло. Она из Харькова. Я вам все расскажу. Пойдемте. Спасибо. Всего хорошего. Добрый день. Я хочу открыть карту, чтобы за границей я мог снимать наличку, короче. Мы можем вам запропоновать визу чи мастер-карту. В любом банкомате я наличными смогу снять? Згідно установленому щоденному ліміту з відповідною комісією банку. Чу-чу. Чу-чу. Согласно установленному ежедневному лимиту, соответствующей комиссии банка. Зрозумів? Что значит лимиту? Ну, вы сами можете при відкритті картки установить лимит для зняття коштів від 500 до 10 тысяч долларов. А если я захочу снять всю сумму сразу больше, чем 10 тысяч, зачем мне этот лимит? Це питання мені треба обговорити з керуючим. Яку суму ви хочете внести на картку? Лимон. Ну, в смысле, миллион. Шо? Ну, шо, шо, миллион, шо? Миллион чего? Миллион алых роз. Ты посмотри на него. Ну, что, как? Да никак. Слушай, я тут все время думаю, а как же я к тебе приеду, а? Куда? В Европу. Какую Европу?
У меня с этими бабками один геморрой. Ты что, Вась? Боже, куча бабла! Что ты орешь? Ну что ты орешь? Нахрен я сюда вообще приехал? Как они на тебя так быстро вышли? Сдал кто-то в цветняк. Мусор этот крышевой ваш, походу, если сто пудов. Прикинь, я этого из Мерси, как увидела, сразу поняла, что по мою душу. Хорошо, еще Олька рядом была. Слушай, хлопок это твой в полной несознанке. Но с ним и так эдак молчит, сука, как на допросе. Ты с ним ничего не напутала? Будешь смеяться, но это не тот хлопок. Меня Галка с толку сбила. Как не тот? Какая Галка? Ян, ты что, гонишь, что ли? Да успокойся. Родной брат этого капитана Хлопко настоящий, здесь, в Харькове. Сейчас сидит где-нибудь на хате, наши еврики считает. Зуев в этом уверен. Адрес у меня, Сём. Мы должны быть первыми по-любому. Да ты чё? Ну а чё ты думаешь, я прилетела-то? Да давай, давай, шевели батонами. Пацаны в гостишке, сейчас кишки кинем и на хату. Батонами, блин. Ничего, тут бензина нет, ёшкин кот. Друга колонка, я вам ще раз поговорю. Не надо там нічого дергать, повісьте пістолет. Вот чем надо заниматься. Жидкой вам валютой. Пару-тройку таких прикупить, всю жизнь будет капать. Может, ну нахер эту Европу? Да, Вася, это бизнес. Это я понимаю. Баба это говорит, хозяин вряд ли продавать станет. Но кто-то же продаст, смотря какие бабки предложить. Слушай, так это же надо к куму заехать, а? К какому куму? Да к куму! Он как раз, я помню, бензином-то и занимался. Давно, правда. Да? Ага. Ну, к куму так к куму! Садись, Степ, что ты там увидел? Засиделся в своей столице. Не вытащишь. Не надо. Вот как я рад. Вася. Мишаня, я-то как рад. Ты что ж своими визитами-то не балуешь? Знакомься, это Олежек. Михайлович. Ну, поехали, поехали. Ну, банька остынет. Все, Ванька, давай. Давай, давай, потом, потом, потом. Сильно не удивляйся, он малость контуженный. Но это еще по молодости. Афганец, что ли? А у него тут свой афган был. Тут народу не меньше полегло в 90-е. Да не дрейф ты, нормальный мужик. Познакомитесь, давай. Хлопко. Степан Степанович. 47-я. Не перепутайте. Через 5 минут отзвонитесь. Я к вам подымусь.
Слышишь, за танцора в Харькове все знают. Да. Да. Это вы по адресу. Ох, у нас в свое время столько всего было. Бензин, керосин, мазут какой вож. А я хотела бы продолжить нашу службу. Так что, Пол, поможешь нам с этим бизнесом? Связи ж поди остались. А что ж не помочь-то? Я и сам вам хотел заехать. Тебя ж ищут, мен. Ты думал, лимон хапнул и все, в дамка? Ты че несешь, Колян? Бог с тобой. Откуда знаешь? Про лимон и вообще. Да гости тут ко мне давеча пожаловали. Деловые такие. Милиционером московским интересовались. То да сё, келиш-мелиш. За лимон в разговоре и мелькнуло. Мол, вся Москва из-за тебя на ушах. Странно. А чё к тебе-то? Ты ж меня знать не знаешь. Странно, что тебя еще не хлопнули. Меня-то тут по-прошлому все знают, уважают, считаются. Вот и заехали просто пообщаться. А тебя за брателу моего, видно, по фамилии приняли. Рыжий опять же. Родственничек выискался. Зря ты сюда нырнул. Они и Степана два щелчка просчитают. Короче, тебе одному никак, я эту публику знаю. Есть у меня где отсидеться, ни одна падла не найдет. Вам немного и не надо. Сколько отдашь, столько и возьму. У меня, я ведь знал, что они к нам вернутся. Ну давай, звони ему. Чего ему звонить, козлу? Давай валим отсюда. На чердаке замка нет, я дебану. Может, раздолбаним их на всех, а? Шенга, убери, бичо. Натуре нас убьют, ты что? Каха, здесь 1 000 000 евро. Сколько он тебе пришлет? Считается, а не район. Где? На Сумской. На Сумской. Сём, Галю помнишь? Твою? Да ладно твою. Нашу.
Вашу помню. О, смотри, смотри. Ары что-то не поделили. Че, каха, что ли? Ну-ка, тормозни, Сём. Точно, это Гога сваживает. Тормози, тормози! Сука! Задавлю, сука! Ты на кого руку поднял, а? Я тебя пока! Портовая ты яхта. А ты как думал? Я ж тебе сразу сказала. Не бейте их сильно. Поехали отсюда. Кислый, Билл. Поехали, бросайте их. Отдыхай. Слушай, Мишаня. А у тебя ж с Сидоренко есть контакт? Вы вроде одногруппники, я его по вышке плохо помню. Без вопросов, общаемся. Я у него неделю назад был. Так. То есть с генералом тебя есть время летать, да? А мне ты позвонить не мог? Начинается. Да я на денек прилетал. Вопросы порешать. Ну чего у тебя с ним, колись? Местечко хорошее освобождается, нажитное. У меня, в принципе, все готово. Его санкция нужна. Без вопросов, Вась, я проговорю. Ну, обещать ничего не буду, но... Не надо обещать, Миш. Просто переговорим. Остальное детали. Меня, ты знаешь, я в долгу не останусь. Ну, это порешаем. Олег! Там единичка его в долгу, да. А остальные 400 в рублях оставь на потом. Сюда. Олег, все, давай, перезвоним. Ну, организуй нам по 5 капель. Ага. Слушай, а как это на тебя так обуа? Видать, гарно, да? О, да. Гарно. До сих пор уснуть спокойно не могу. Слушай, Михалыч, дай пару бойцов, а? Я, может быть, прошвырнусь по злачным местам. Может, что нароем? Вась, ну ничего, шило в жопе, а? Да расслабься. Ну какого хрена бежать впереди паровоза? Да не, ну а чем мне с вами? Ну, у вас это, разговоры там, воспоминания. Миш, я тебя прошу, дай ему ключ, пожалуйста. Пусть он пробздится и глаза не мозолит. Я тебе говорю, ни выпить, ни пожрать, ни поговорить не даст. На, катайся. Не, у него так стоять не будет, точно тебе говорю. У нас один опер был, жена через месяц ушла. Я ж тебе говорю, что просчитают. Я-то их почерк знаю. Сука! Я же чувствовал, что нельзя в пустой хате деньги оставлять. Ну что, их с собой, что ли, таскать? Ограбят еще. Поехали, короче. Я знаю, что делать. След маловато. Оружие есть? ПМ в машине, два магазина. Я, мужики, тут дома останусь. Тут прибраться надо, в общем. Поехали, Степан, не ссы. Втроем, не вдвоем. А... Поехали, поехали. Посидишь для виду. Сём. А какое сегодня число? 27-е, а чё? Да тут код заводской стоял. 3-0. Давай сегодняшнюю дату поставим. Сегодня счастливая дата, да ведь? Угу. Мир принадлежит тебе. Лицо со шрамом помнишь? С Аль Пачино? Да. Крутен там. Давай. Schon bin ich nicht mehr sicher.
Че, заскучал? Очень. Сейчас приду. Сём, давай за сегодняшнюю дату. Давай. Походу, Калёк, ты мне почку отстегнул. Раз уж так уж. Вот развяжешь в натуре. Куда я тут сорвусь? Вон там, на следующем светофоре, налево. Ты с ним вялился, что ли? Сёма этим. Откуда он взялся? Шкал покойничек знакомил. В Одессе еще. Дерзкий он, Сёма. С малолетства. Пацаны с ним толковые. Зря вы все это затеяли. Мы еще поглядим. Бросьте до аэропорта? Конечно. Рубанул его чем-то. Вены посмотри. Чистые. Мужики, ну поехали отсюда. Вась,
Где здесь туалет? Да вон, я там уже смотрел. Тёлка. Клав, походу. Сёма! Сёма, чё у вас там за кипиш? И бабки, и тёлка. Два в одном, а? Опа. Гарно, гарно. Путана, да? Сейчас мы посмотрим, как она умеет. Погоди, Миша, тихо. Таня. Погоди, на тебе бабло. Чё ты смотришь на меня? Открывай. Давай, 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 родная. Чё творится, а? Я не знаю, мы с Сёмой кот ставим. Какой ещё Сёма? Яна, я тебя спрашиваю, где бабло? Спецназ пошел. Работаем по периметру. Да все уже там, Мишаня. Спи, не переживай. Так, ничего здесь не трогай. Еще ничего со мной.
Окей, с этим понятно. Поехали дальше. Когда Зуев получает зарплату? Сам берет, кто выдает? Кто ведет кассу? Ну, обычно они с Ириной, хозяйкой нашего салона, к концу каждого месяца подбиваются. И она с ним рассчитывается. То есть, ты сама могла бы передать ему деньги? Чисто теоретически? Ну, в принципе, да. Но у нас такое бывало иногда. А с барсеточниками? Ой, Петрович, ну я не знаю. Они сами с Гугой все решали. Я же говорю, первый раз вышла. Связалась тоже. Бес попутал. Первый раз? Первый класс. Че? Мы еще проверим. С майором Сергеем Зуевым нас познакомил Гога. Ну, скажем так, мой приятель. У Гоги с Зуевым были давние отношения. Гога занимался криминалом. А именно, ну, вместе со своими друзьями они воровали сумки из дорогих иномарок, отвлекая владельцев, или прокалывая им колеса. У них было несколько точек по Москве. Зуев крышевал этот Гогин бизнес. Гога мне очень много об этом рассказывал. Зуев убирал заявления от потерпевших, не давая ход делу, ну и предупреждал Гогу, если на барсеточников готовилась облава. Я и все мои подружки с самого начала знали, что Зуев является нашей милицейской крышей и часто оказывали ему и некоторым его друзьям услуги сексуального характера. Ирина, ну, хозяйка бордели, с ним рассчитывалась, и у нас, в принципе, никогда проблем никаких не было. Вообще... И давно это у вас? Я спрошу тебя, сколько ты с ним, ты?
Достойный отель такой, хороший. А мы вот на Маврике с Олежкой. Ох, как. Да. А что, Петрович, на две недельки смотаемся, стены отдохнем, потом дела. Понятно. О, здравия желаю. Приветствую. Добрый вечер, присаживайся. Ну, тут ты всех более-менее знаешь. Так точно. А вот это наша очаровательная знакомая Яна. Как теперь принято называть, светская львица. Очень приятно, Григорий. Не-не-не-не-не-не-не-не-нет, я за рулем, и тем более, простите меня, господа, я буквально на минуту забежал. Да перестань, от бокала хорошего вина ты на дороге будешь только бдительнее. Петрович, не... Ну, давайте выпьем за нашу команду. Кстати, твой покорный слуга скоро станет генералом. Вот именно. Сегодня уже отправлены документы на присвоение, так что, Гриша... Петрович, жаль, грех не выпить. Поздравляю от всей души с генеральской звездой. Спасибо. Да, Олег. Григорий, с ума сошел. С миллионом этим такая заваруха вышла. Но нашли. И сегодня вот в торжественной обстановке хочу тебе вручить твою пропажу. Олежек. Минуточку. Петрович. Спасибо. Но там, в багажнике. Хорошо, сейчас принесу. Здесь каха. Москву надо валить. Там все бабло. Ну, короче, он дает там газу. Я там открываю, а там лям евро. Прикинь. Да ты шо? Ты шо? Чё? А? Когда-нибудь миллион в руках держал? Чё? А? Держал? А мы держали.